Всех приветствую, мои уважаемые зрители. Я нахожусь в Кавернинском районе Нижегородской области и форсирую вот такую вот широкую, но не глубокую речку. Вода такая прохладная и чувствуется, что она чистая. Эта речка находится недалеко от деревни Беспалово. Ее мы посетили в прошлом видео. А сейчас я перебираюсь на другую сторону реки, где находится следующая деревня. Расстояние между деревнями 500 метров. Деревня называется Урлино. Всего лишь 500 метров разделяют эти деревни. Ну, а если ехать в объезд, это займет 40 минут и 30 километров пути. Какая красота! Самое глубокое место здесь – это по колено. В каждом видео у меня появляются какие-то новшества. Не часто я форсирую реки. Форсирование прошло удачно, и я оказался на другом берегу реки. И теперь мне предстоит найти заросшую тропинку в деревню Урлино. Возможно, эта тропинка уже давно заросла. В любом случае, я по суше смогу всегда добраться сквозь лес. Современные средства навигации не дадут заблудиться. Как ни старайтесь. Слышите этот звук? Где-то в кустах бушует белка. Ой-ой, как она упала. Возможно, вы даже видели. Ничего себе, какая-то бешеная белка. Вон она. Да, примерно 550-600 метров я прошел. Черника поспела. Вот какие ягодки. Вкусно, но очень много комаров. Мы едим ягоды, а комары едят нас. Вот такой круговорот. Не могу остановиться. Витамины. Прям с куста, как говорится. И вот там уже показались первые дома деревни Урлино. Находится прямо в лесу.
Вот они, первые дома. Даже людей практически здесь нет. Редкие дачники. Кошка. Урлинская кошка. Кс-кс-кс-кс. Кс-кс-кс-кс-кс. Киса. Кс. Наверное, она полудикая. Не привыкла к народу и уходит. Девятый номер, я не знаю точно. Тут, по-моему, номеров-то нету у вас, да? Потому что вот наш дом 13-й, ага. Этот последний дом. Да, вот я его зарисовал. Похож. За 500 тысяч его продают. В объявлениях. Какой высокий, а? Смотрите. Высокий, в нем подпол почти во весь рост. Да, да. Вижу. Объясняли, рассказывали, да? Не-не, я вот просто... Был в соседней деревне, вот решил сюда заглянуть. Ну тут вот, как вы с дорогой-то решаете вопрос? Ну, своими силами. То есть, ну, получается, значит, весной мы в основном не можем проехать. Осенью проезжаем, угу. Потому что там все замерзает потихоньку, и проехать в любом случае можно. Ага. А так машины оставляем в Тарасово. Во! Вот. А и до Тарасова сколько примерно? 4 километра. И пешком, именно да? Именно отсюда и до, ну, да. 4 километра. Вот. И пешком, да. Ну, почти час. Минут 40. Пробовал на машине. Не получается. Можно проехать. Ну, вероятность, что застрянешь, тоже есть. Место вообще обалденное. Кругом лес, такая тишина. Вот. Но... Ну, лет 25 назад тут, говорят, вот сквозняком можно... Через поле смотреть. Сейчас вот тут, да, я вот увидел, дорога там какая-то идет туда, в поле, да? Да, это вот, ну, она, как она здесь поворачивает, можно там потом через реку пойти. Вот. Я вот через реку прошел. А, ну, то есть, вы, значит, форсировал. Видели все это. Потом, ну, вот с трассой вот такая ерунда. Понятно. Её, к сожалению, так вот размывает. Плюс еще... Трактористы, у них задача раскатывают поле.
Да, по каким-то, ну, рамкам. Угу. А то, что нам нужно проехать, это... Это уже второй вопрос. Во счет идет. Вот. Но здесь есть еще одна дорога, и есть еще третья дорога. Угу. То есть через лес. Ну, там есть свои сложности. Конечно. Вот. Кошка чья-то ходит, я обратил внимание. Ну, тут ходит. Здесь вот в доме кошка живет. И ага. К ней, может быть, коты сейчас бегают. Вот в соседней деревне сказали, что у вас очень красивая деревня прям. Да? Да. Вот, так вот. Вот такой добротный, крепкий дом. 5 стенок на 5 окон. Продается за 500 тысяч рублей. Новые окна здесь. Спутниковое телевидение, электричество. Ну вот бабушка, которая здесь жила, умерла 3 года назад. И, видимо, никто не захотел сюда ездить. И этот дом сейчас в продаже. Дом, конечно, старый, но еще крепкий. Огромный дом. Вот и кошка опять. Кс-кс-кс-кс. Иди, я тебя покормлю, кис. Кс-кс-кс-кс. Кис. Нет, что-то она опять от меня убежала. Кто заинтересуется этим домом, то его можно легко найти на специализированных сайтах объявлений о недвижимости. Дом добротный. Но, возможно, даже и будет какой-то торг. Что про него написано? 60 метров квадратных, пластиковые окна, баня, большой двор. Все это мы видели. А продавца зовут Сергей. Я не буду внутрь на территорию проходить, а вот так вот со стороны улицы только лишь мы с вами посмотрим. И, скорее всего, вот этот вот гараж деревянный тоже относится к этому дому. И здесь бабушка, которая жила, брала воду вот из этого колодца. То есть 3 года назад он здесь точно действовал. Давайте попробуем посмотреть. Да, вы знаете, все довольно-таки неплохо выглядит. Ведро чистое. Ну вот глубина примерно 8 метров. Да, пить можно при желании. Деревня Урлино есть на картах Александра Ивановича Менде, датированных 1850 годом. Здесь указано 7 дворов. Также деревня есть в списках населенных мест Нижегородской губернии по сведениям 1859 года. Деревня указана под номером 3720. Находится при речке Хохланке в 43 верстах от уездного города. Указано 7 дворов. 13 жителей мужского пола и 23 жителя женского пола. В среднем приходится 4-5 жителей в каждом дворе. Это невысокий показатель. Численность населения на 2010 год указана 5 человек. Дальше идет у нас, скорее всего, старинный дом, но он обшит сайдингом, сделана новая крыша. Дом напротив указан номер 10, который, я так чувствую, заброшен уже давно. Вот смотрите, где номер дома указан. Указан там, в избе. В деревне чуть больше десятка дворов в настоящее время. Очень уютная деревня. Но
труднодоступная. Но отдыхать здесь, конечно, одно удовольствие. Людей вы здесь практически не увидите, только если соседей. И то соседи приезжают не очень часто. Ух ты, как я испугался. Вдруг неожиданно залаяла собака вон оттуда, из-за поленницы. Слышу, но не вижу. Аккуратный домик. Да, и вот этого дома я как-то пропустил, который напротив этой собачки. Вот смотрите, он 5 стенок на 5 окон. С такими вот красивыми резными наличниками. И светелка. А в палисаднике, смотрите, благоухают цветы. Хоть дом и заброшен давно, но цветы все еще растут. Собака неистовствует, хочет вырваться на волю. А, вот она, вот он. Вот он, пес, привет. Привет. Вот он. Полюбуйтесь на эту морду. И хвостом виляет. Значит, собака добрая. Соскучилась. Редко кто здесь ходит. Не на кого полаять, я так понял. Ладно, идем дальше. Хороший, аккуратный дом. Горка. Со всех сторон деревню окружают леса. Это деревня лесная, поэтому очень уютная. Ну, конечно, определенные проблемы с тем, чтобы добраться до сюда. Хотя некоторые мои зрители, в частности Алексей, я знаю, что он смотрит это видео, я думаю, эта деревня ему придется по вкусу. Цена, конечно, 500 тысяч, не самая низкая, но тем не менее, как вариант, рассмотреть очень даже можно. Очередной дом, малопосещаемый. Покошено тут было, но очень давно. И вот такой громадный камень здесь лежит. Да, деревня подходит к концу. На этой стороне, наверное, вот этот дом последний. Периодически его, я думаю, все-таки посещают в летний период. Да, скорее всего, посещают. Он там, по-моему, баня. Тоже довольно аккуратный. И для дачного домика очень неплохой вариант. Здрасте. А у вас какой дом? Самый кирпичный из этой деревни. А у вас все равно какой-то необычный дом. Он... Ну, такой же вот. А, вы его просто обложили, да? Петрович обложил его. А я думал, может, заново построили. Не захотел больше делать. Понятно. 500, конечно, ну, у вас подороже, потому что кирпичом обделан. Дешевле, да? Пойду еще вон тот домик посмотрю уж. Ну это да, он уже заброшен, чувствуется давно.
Да, вот последний дом. Нет, предпоследний. Еще один дом там я вижу. Прячется. Ну вот этот вот дом тоже, скорее всего, немного заброшен. Возможно, он и есть в продаже, но я его не нашел. Это надо плотно заниматься, чтобы найти контакты хозяев именно этого дома. Оставлять записки, ездить в администрации районов и так далее. Вот, этот дом точно последний. Зарос прям капитально. Но смотрите, тропинка еще есть, протоптанная. Кто-то изредка все-таки сюда захаживает. Ну а дальше все заросли. И идет лес. Да. Все-таки в двух домах здесь жители были. Чему я несказанно удивился. Думал, что здесь вообще никого нет. Но нет. Вот еще лесная дорога. Не только местные знают, куда она выводит. Ну, куда-то в сторону Квернино, возможно. Ну, смотрите, какая местность. Красота. Дикая. Кому хочется отдохнуть от городского шума, от людей, вот эта деревня, идеальный вариант. Деревня небольшая, поэтому я пройду по улице и сниму дома еще раз с другого ракурса. Вот, тоже домик очень добротный был в свое время, но ветшает. Все-таки домом надо пользоваться. Дом требует постоянного внимания. Это не секрет. Вот в этом доме хозяйка. Этот дом, оказывается, обложен кирпичом. А я подумал, что может быть заново построен. Нет. Просто обложен. А так дом копия вот этого. Вот такие чудеса. Концерт сверчков. Ну вот смотрите, какая крыша у этого домика. Был рубероид, но он весь истлел. И сейчас фактически только дранка. Но несмотря на это, дом стоит. Выглядит, конечно, очень ветхо. Именно из-за крыши. И эта крыша долго стоять точно не будет. К сожалению. Море цветов. Ну а крыша, смотрите сами, какая. Там даже он какое-то деревце уже растет. Небольшое пока, но это только пока. И опять эта собачка прям рвет и мечет. Да что ты? Никак не успокоишься. Да, вот это сторож. Ну вот местная жительница сказала, что все-таки в колодце вода не очень хорошая. Но я и сам видел, она там какая-то немножко грязная. Но если другого выхода нет, то придется пить и такую. А так лучше делать свою скважину. Ну, еще раз посмотрим этот дом за 500 тысяч рублей. Добротный дом, нечего сказать.
Возможно, он и стоит этих денег, но я думаю, что торг здесь будет уместен. Огромный дом. Как правило, у таких домов фундамента нет, но под углы подкладывают большие камни. И дома стоят по 100 лет и больше. Очень уютная и лесная деревня. Мне нравится. Но не понравилось форсировать речку со стороны деревни Беспалово. Ну и все, последние домики и лес. Красота.